во-первых, поздравляю хозяев с победы, команду. А насчет зацепили. Ну, наверное, они тоже так, игроки думают, что они зацепили, хватит, все. А все остальное, как уже их не у Акбарса зацепили. Ну, с такой психологией лучше играть. Настрой должен быть, наверное, бадминтон. Максимальный на лидера. Да, и желательно на песке. Да, у всех есть настрой, но настроя нет. Поэтому в данный момент, я думаю, что, наверное, будет правильная характеристика, что зацепили. А так, плохая игра, с большим количеством своего брака, сказать особо нечего. Ну, как таковой, просто в одной расстановке несколько мячей проиграли. Вот сами там где-то на приеме чуть не приняли, не добили. Вот поэтому посыпались немножко. Вот. А в целом, в остальном все справились, отыграли все. Сейчас отдыхаем, настраиваемся на Локомотив. Я думаю, за счет общей игры, за счет сплоченности коллектива. Вот, так как Локомотив тоже такая же хорошая команда. Поэтому, я думаю, будет сложная игра. Победим. Постараемся, по крайней мере, порадовать и себя, и болельщиков. Второй партии скорее совершал ошибки противник. Они, наверное, в партии раз 15 ошиблись сами, поэтому, может быть, а мы, наоборот, меньше ошибались. А в остальных сетах было совершенно противоположное. Кто меньше ошибается, тот выигрывает. Всех с победой, во-первых. Это Липецк тоже непростая команда, видите, как оказалось. Все три партии, получается, которые мы выиграли, были сыграны, в принципе, в тактике неплохо. Там местами были какие-то. Ну и в качестве, опять же, было все собрано. Вот вторая партия, проиграли тактически где-то. И плюс еще качество исполнения наших элементов оставляет желать лучшего. Следующая игра, она, наверное, самая важная такая в этом периоде, на этот период времени. Поэтому будем готовиться к этой игре. Готовимся в рабочем режиме. Я лично таблицу не смотрю, поэтому как бы надо выигрывать в каждой игре. Если ты самый сильный, если ты чемпион, то ты у всех должен выиграть. В принципе, все просто.